Всем привет, дорогие зрители, с вами Артём Тарнущенко, и сегодня я вам покажу Жизу. Погнали! А Геннадий пишет: Жиза — это когда тебе друзья что-то говорят, а ты не понял, и просто чаешь ага. Смотри, мы двойку выносим за скобки, понял? Минус переносим на другую сторону. Делим это все на 49, это 49 под корнем, понял? В четвертой степени приравниваем это все к нулю и выводим коэффициент отсюда, понял? Ага. The Dame. Жиза, когда твой друг рассказывает шутку, а ты, чтобы он не обиделся, смеешься. Слышишь? Это расскажи мне. Сейчас. Колобок повесился. Ха-ха, ебать. Татьяна Щербакова. Жиза — это когда смотришь фильм с родителями, и вдруг начинается постельная сцена. И ты достаешь телефон и листаешь меню, рассматривая офигительные узоры на телефоне, и уходишь в другую комнату, якобы по своим делам. Джейкоб! Поцелуй меня. Я прошу тебя поцеловать меня. Мартичи пишет: Жиза — это когда закрывают дверь, а она громко хлопает, и родители говорят: я тебе сейчас похлопаю. Ты уроки сделал? Ага. А ну покажи. Я тебе сейчас хлопну, дебил. Ясмина и весь мир пишет: Жиза — это когда просрал все лето. Так, парни, давайте, короче, я забегаю на Б, давайте залетайте. Ну блин, вы серьезно? Артём, выходи! Я сегодня не могу, давайте завтра. Так, я тут. Давайте продолжаем. A few moments later. Все, парни, я устал. Я, короче, на улице. Чего? Капец, я просрал все лето. Ну что, братва, на этом все. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите приятные комментарии, а также пишите свои жизы, если вы хотите попасть в следующий ролик. Всем удачи, всем пока-пока.